В сквер имени Фадеева Ольга Назарова приходит несколько раз в день вместе с маленьким Сашей. Сыну 2 месяца, и гулять приходится часто. Говорит, ухоженные клумбы не только радуют глаз и создают хорошее настроение. После ежедневного полива цветников даже воздух становится особенным, свежим и вкусным, отмечает девушка. Очень красивый город, очень много цветов, ярко. Бабочки летают, пчелки и так далее. Приятно гулять по городу. Уход за самарскими скверами начинается с уборки территории. Коммунальщики подметают дорожки, протирают лавочки. Затем специалисты муниципального предприятия «Спецрентстройзеленхоз» приступают к поливу цветов и деревьев. В этом году на улицах, парках и скверах города высадили более 38 тысяч саженцев. Лето выдалось жарким, поэтому полив зеленых насаждений идет в круглосуточном режиме. Днем в городе работают порядка 10 поливочных машин, включая мультикары. А в ночь на подпитку растений выходит 17 единиц техники. Работы по поливу идут как с применением бойлеров, так и в автоматическом режиме. Как человек хочет пить, так и растение хочет пить. Поэтому, как говорится, периодически растения необходимо поливать. Поливать растения, деревья и кустарники сотрудники горзеленхоза будут до середины октября, то есть до первых холодов и заморозков на почве. Часть цветников уберут и произведут высадку многолетних растений. Работы по их технологическому уходу начнутся уже весной будущего года. Ольга Павлова, Василий Колдашов. События.